привет, девчонки. Получила вашу посылочку. Неожиданно, приятно очень. Вот она у меня тут на столе. Как видите, я уже подготовилась к съемке. Да, вот так тут я снимаю мастер-классы на детский балдахин. Держатель для балдахина. Вот. Секретики мои маленькие. Не знаю, что говорить. Конечно, очень приятно. Гуляла с ребенком, а тут... Сначала смотрю, пропущенный на телефоне какой-то неизвестный. Думаю, не, перезванивать не буду, по-любому какая-нибудь реклама там какого-нибудь салона красоты или еще чего-нибудь. Вот. А потом приходит смс-ка, и потом опять этот номер звонит, говорит, все, сейчас в течение часа я вам привезу посылочку. Вот. Ну, конечно, не передать словами. Спасибо вам. Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы, и поскорее в жизни исполняются мечты. С днем рождения, Кисюлечка! Офигеть, сколько тут всего! Я даже не знаю, с чего начать, что там видно. Офигеть! С ума сошли! Блин, сколько тут всего! Еще конвертик какой-то. Так, обалдеть. Вот это всегда нужная вещь. Это плохо видно. Клей. У меня стержни, конечно, не такие длинные. Блин, прикольно. Видно? Вот такой наборчик. Для бантиков на ободке. Упаковка, конечно, ее вообще круто все сделано, так аккуратно. Где вход? Где вход? Вот такого у меня никогда не было. Клево. Я много, кстати, бантиков видела вот с такой ленточкой. Правда, она была толще. Ну, классно. Такая паутинка клевая. Органза, ободочки и фетр, я так понимаю, для основы. Вот реально вот готовый набор. Все, вот бери и делай, блин. Круто. Голубые, таких у меня нет. Классные. А такие закончились. Я, кстати, хотела заказывать перламутровые. Серебряные, еще перламутровые и шапочки, вот такие вот сокровища, фом. Я из фома делала только один, нет, два раза бантики, но по качеству вот я в магазине покупала в обычном. Он был совсем другой. Они, наверное, производители какие-то разные. Не знаю. Вот этот прикольный вообще. Не знаю, видно. Оранжевый. Желтый. Черный. Зелененький. Синий. Сиреневый. Цвета уже забываю. Белый. Голубой. Все цвета такие яркие. О! Вот это кайф. Это не в сочетании вообще должно быть. Хотя и чисто черные будут классно смотреться. Класс. Я купила фон. Один лист на пробу. Решила попробовать. И купила один молд. Ну, теперь буду пробовать. Спасибо. Брошь. Это Юля это прям подготовила уже с, это, подготовь МК с этих. Я так поняла, да? Сейчас я это все на руки беру.
перьев у меня тоже никогда не было. Не знаю почему, я как-то то забывала их заказывать, то, не знаю, то идей не было, что с ними можно сделать. Ну, теперь надо пробовать, что такие печеньки золотые. Тоже кайфовые. Набор для основы для брошки и фетровые пяточки черные и красные. Так, золотые полубусины. И вот такой набор. Красная с люрексом. Атласная, красная атласная. И черная органза. Все-таки как удобно, что вот все в наборе. Просто берешь и делаешь. Мне даже подписали, что делать. Что с этого брошку сделай, а с этого то сделай. Удобно так. Для фома. Угу. Блин, все-таки какое-то удовольствие. Во-первых, неожиданно получать это все. А во-вторых, когда оно все так упаковано и куча пакетиков, и нужно все это разбирать. Прям кайф. Вот такие резиночки небольшие, как раз для маленьких хвостиков. Ну, для козявочек маленьких самое то. Это большие, беленькие. Кстати, вот металлических ободков у меня тоже никогда не было. Как-то мне казалось, с ними так сложно работать, я всегда брала пластиковые. Ну, блин, сколько новых открытий у меня будет. Так, я забыла, крокодильчики это или уточка? Я их крокодильчиками, если честно, называю. Они вообще в расход идут быстро. Так, ободок. Вот этого у меня тоже никогда не было. И таких отточинок. Я как-то всегда покупала обычные. Вот, не знаю, тоже почему-то их стороной обходила. Мне казалось, все их используют. Там у меня вот такие вот отточиночки. Желтые и розовые. Не буду распаковывать. Положим. Лента атласная 25 миллиметров по 5 метров. Вот такие цвета. От упаковки я вообще тащусь. Вот такой наборчик. Таких тычинок у меня тоже не было. Такого цвета, в смысле. Вот. Красивый очень. Не, я потом обратно по-любому так же все запакую. Потому что это такой, как это сказать, такой эстетический восторг. Вот когда ты открываешь, оно вот так тут все по цветам разложено, все так аккуратненько. А не вот так тут, как обычно, навалено. И ободочки обшитые. Тоже готовое все. Бери цветочек, делай, клей, не надо вот это париться, чем-то там обворачивать. А, вот у меня еще фом, как оказывается. Вот такой я не видела. Я с фомом вообще как бы на вы шепотом. Ой, какой он. Какой он мягкий, какой он тоненький. Ну, не тоненький. Нет, не тоненький. Но легкий. Какой-то он ворсистый. Не знаю, что с ними делать. Надо в интернете посмотреть. Цвета тоже яркие, оранжевый. Что это за цвет? Я забыла, как называется этот цвет. Бордовый. Ой, зеленый какой. Синий, даже голубой. Зеленый, как травка. Черный. Белый. Фиолетовый и желтенький. Я не знаю, что с ним делать, девчонки. У меня никогда такого не было.
Надо будет смотреть, что мастерицы по фому предлагают. Резинки и ободок. Ох, какая органза. Вау. Такое у меня не было. Ой, какая она по структуре. Она такая плотная. И она, по-моему, даже не лезет. Блин, кайф. Прям форму хорошо держит. Там вот бантик скрутила, она вот такая упругая. Классная. Надо что-то сделать с нее. Так. У меня очень много органзы. Я прям рулонами ее скупила. Но вот такого цвета, вот такого у меня нет. Тут еще кабошончики. Ой, это козявка, но вот эти вот, где маленькие резиночки. А, вот еще даже резиночки есть. Вот они. Зайчики. И розочки. Здесь все для все в розовых оттенках. Коралловый обожаю цвет. Такой органзы у меня тоже не было. Насыщенный такой цвет. И тоже... Где кончик? Она плотная. То есть такая качественная органза. У меня прям пополнение цветов в коллекции органзы. Вот еще вот такая вот. Градиентная. Бело-розовая. Белая органза всегда нужна. Маленькие дешевые розовые резиночки. Качественные. Ну и вот такие кабошончики. Переливаются кончики перламутровым таким цветом красиво. На солнышке сейчас погода такая. Тучами все заволокло. Но на солнышке будет, конечно, блестить. Но и сейчас, в принципе, блестит, видно. И розочки. Так, такая в точечку. Люблю тычинки. Особенно, когда их вот много. Вот это все кайф. Люблю глазами. Люблю глазеть. Люблю смотреть, люблю трогать. Следующий вот такой у нас наборчик. Я не знаю, девчат, правда, что это за цвета. Они тут не подписаны. Но они такие... благородные цвета. И вот к ним сразу в наборе, то есть вот ты делаешь какое-то изделие, и сразу вот серединка уже подобрана по цвету. Тебе не нужно ждать ее из Китая 2 месяца, там или еще что-то. Где-то бежать в магазин покупать. Сразу вот, пожалуйста. Все подходит. Ой, это даже пуговки. Смотрите, какие кайфовые. Вот такой ремс в горошек. Так, это тканевая какая-то. Не знаю, что это за... Ну-ка. Здесь у нас основы. Бесшовные резинки, самые кайфовые, серые, красные и синие, вот такие. Так, пятачки, белые, красные и черные, тоже доставать не буду, покажу. И белые, и черные. Я всегда, кстати, использовала только белые пятачки, так, экономнее, вот. Ну, теперь у меня еще есть цветные. Крокодильчики. Где-то 5 сантиметров. И универсальная основа для... Универсальная основа. Или для брошки, или для заколочки.
Хочешь так, афинка и браслет. Я представляю, сколько времени у Юли заняло, чтобы все это так упаковать. И каждому клиенту она это так упаковывает. Это, конечно, титанический труд. Вот просто даже по пакетикам разложить. Тоже какой-то пакетик. Тычинки. Не, вы знаете, я теперь знаю, почему я их не заказывала раньше. Вот как-то на картинке они смотрятся, ну, если честно, не айс. Поэтому я их как-то и не заказывала, потому что я боялась, что закажу, а оно какое-то там не очень. А вживую, вот вживую они выглядят совсем по-другому. Теперь я буду заказывать такие тычинки. Прикольно. Ага. У нас здесь атлас и кружево. Это где-то 4,5, не знаю, наверное, 5 сантиметров. Это, наверное, 20. А что я гадаю? Подписано. 4 сантиметра. И вот такое. Такого у меня тоже нету. У меня, кстати, многих оттенков ленты нету. Здесь довольно редкие такие оттеночки. Гляньте, какая красота. Вот такие мишки и цветочки. Обалденные. Они такие добротно так сделанные. Вот обратная сторона. Прям класснючие. Это, по-моему, даже не, это не пластик, это металлическое что-то. Классные. Вообще супер. Шапочки для бусин. Я планирую мастер-класс вот с такими шапочками. И у меня их как раз нету. Я хотела сделать браслет. Вот. И теперь надо выбирать, что делать. Либо из золотых, либо из серебряных. И резинка. Да, резинка. Двух цветов. Фиолетовая и розовая. И под них сразу пятачки. Так. Обалдеть, сколько тут еще всего. Вот такой набор. Вот тоже лента. О, это плотнее прям. Это плотнее немножко. Вот они такие в клеточку. Видела, девчонки делают школьные бантики. Бантики, галстучки. Используют такую ленту. Я тоже никогда не покупала, но буду пробовать. Репс, крупный горох и вот такие черные и серые. 40, 25 и 12 миллиметров. Это тоже пуговички. Вот такие пластиковые. Вот такие интересные. Скамеи вообще прикольные. Малюсенькие. Так. Ух ты ж. Вау. Вживую вообще. Супер. Вообще кайфовый. Богато смотрится так. Очень. Вот такой следующий набор. Более темный. Синий цвет, это более светлый. Клеточку. Вот такая. И французская тематика с Эйфелевой башней. Тоже школьная тема. Тоже для галстучков, для резиночек, для бантиков. Пуговки. В виде сердечек, в виде туфелек. Столько пуговиц у меня никогда не было. И вот такие вот большие, красивые, с черной серединкой. О, вот это красотища тоже. Ух, какая подвеска шикарная. Просто шик.
Синий такой очень красивый оттенок. И грани так переливаются красиво. Вот такие. Вроде металлические, судя по звуку. И с этой лентой тоже вот все по цвету подобрано. Вот это вообще белый наборчик. Белая лента разных размеров, ширины разной. В черный горох, с эфелевой башней бежевая, перфорированная. Тоже люблю такие ленточки. Белые бесшовные резинки всегда в обиходе. Ой, здесь у нас прям красотища. Еще больше. Во какие штуки, гляньте. Крупные довольно, где-то 3 сантиметра, наверное. Если глазомер меня не подводит. Вот такие вот кайфовые. А с цветочками. Квадратики. И сапожки. Не знаю, правда, сапожки куда можно использовать. Наверное, тоже в бантике. Тут лаванда. Понятия не имею, в каком состоянии она к тебе придет. Так что или 3 букета, или ароматная коробочка. А, я поняла. Ух ты ж. Вау-вау-вау. Ну-ка. С подвесочкой. Пахнет такой тонкий аромат. Та-дам! Так. Вот как у меня выпытали адрес домашний. Мне Настя написала: ты не хочешь от меня магнитик? Конечно, хочу. Что непонятно? Конечно, хочу. Приветик из солнечного Крыма. Май 2018-го. Ух ты ж. Для Юли на день рождения от Насти Куликовой. Май 2018-го. Мне даже повезло, мне 2 открыточки пришло. Я, кстати, вот такую я ни у кого не видела. Гляньте, какая красота. Вот такая. И вот такая. Чуть-чуть помялась. Ну, это почта наша, как обычно. И магнитик. Магнитик целый. Девчонки, столько всего много, все такое красивое, все такое разнообразное, столько новых штук для меня. Блин, нереально приятно, вот честно. Не знаю, я сейчас обратно все упакую, так вот разложу, сделаю съемочку. Вот, чтобы всю эту масштабность показать этой посылке. Но я не знаю, как вас еще благодарить. Просто такой сюрприз сделали. Блин, я как царь Кощей, меня прям озолотили вот просто. Я бы до завтра не дожила, если бы она стояла запакованной еще целые сутки. Мне вот прям не терпелось, прям вот хотелось это все потрогать, пощупать. Но упаковка, блин, Юля, там вообще это кайф. Вот когда тебе приходит такая посылка, так запакована. Все так аккуратно, все главное по цветам разложено, сразу и серединки подобраны, и основа подобрана, все в тон. Ну, умница, что я могу сказать. Классно. Все, короче, я не знаю, что говорить, я уже разнервничалась немножко, у меня уже язык заплетается, поэтому я сейчас буду все обратно упаковывать, складывать в кучку и все это смотреть. Вот. Спасибо вам. Я не в камеру смотрю, да? Спасибо вам.